друзья! В честь 75-летней годовщины Великой Победы Городской дом культуры национального творчества проводит акцию «Вальс Победы». Это выражение глубочайшей благодарности тем, кто подарил нам жизнь, мирное небо над головой и общее будущее. Ежедневно во всех социальных сетях нашего учреждения вы можете вместе с участниками творческих коллективов познакомиться с танцами и песнями того великого времени. Но наша память и благодарность не должны ограничиваться красным числом в календаре, поэтому наша акция продолжается до конца мая. Не бойтесь полета собственной души. Обязательно пойте и танцуйте вместе с нами. Давайте вместе нести память уникальной культуры, замечательных песен и танцев того поистине великого времени. Далек отсюда мой дом, я как будто.